Всем привет, с вами Лофер, и сегодняшний мод очень необычный, и я надеюсь, он вам понравится. Я долго не хотел делать на него обзор, но все-таки решился, потому что это круто. Вы тоже видите там гребаного динозавра? Ладно, мы сейчас не об этом. Мод заключается вот в чем. Мы говорим, например, Фусрода. Фусрода! Я не нажимал сейчас никакие кнопки, он крикнул сам. То есть, вы понимаете, в чем заключается? Это управление голосом. Вы можете настроить его абсолютно как хотите, вы можете говорить Фусрода. Фусрода! Много-много раз, и он будет кричать, и, по-моему, это довольно забавно. Давайте выйдем из Скайрима и посмотрим, как это все работает. Когда я говорил, что мы используем мод, я немного слукавил. Это не совсем мод, это программа. Называется Voice Attack. Already on. Сейчас я ее включил, и в чем ее особенность? То есть вы можете настроить под себя, вот вы скачали, секунду, вот принес. Вы скачали эту программу и настраиваете ее как угодно. Например, можно сказать OpenVK, и он откроет тебе ВКонтакт. Например, можно сказать пообщаться с этой программой, как угодно. По инструкцию по установке вы найдете где угодно, в интернете, это очень просто. Самое главное, одно из, ну, сложных частей установки является то, что нужно перевести язык системы Windows, у вас Windows наверняка, если вы играете, окей, на английский язык. После того, как вы все это переведете, вы сможете пользоваться этой программой. Давайте я вам покажу. Так, я еще раз ее включил. Так, например, можно создать новую команду. Сейчас, оп. Сюда вы пишете, ну, что мы сюда пишем? Да неважно, в общем-то. То, что мы хотим сказать, например, какой-нибудь там крик еще один. Пусть будет еще одна фусрода. Да. Already on. Посмотрите, посмотрите, как она... Давайте еще раз включим ее. Go on. Go on. Already on. Фусрода. Видите, проговорите сами, как он это считывает. У меня считывает довольно-таки хорошо. Он распознал, что я сказал Фусрода. И также пишите... Хорошо, без Z. Фусрода. Дальше выбирайте, что, например, он будет делать. Например, нажать кнопку какую-то, да? Ой. Нажать какую-то кнопку. Типа... Ну, у нас крики как Z используются. Зажать ее на 1,5 секунды. Просто нажать «Отпустить». Все что угодно. То есть вы можете это сделать просто на компьютере. Можете сделать это в игре. Также вы можете сделать некие манипуляции с мышкой. Можете остановить что-то, можете что-то другое сделать. Например, мне очень нравится делать вот что. Добавлять звуки. Это довольно-таки прикольно, и вы можете говорить со своим компьютером. Hey. Hello. По-моему, это довольно-таки забавно. Проблема в чем? Вот когда мне не особо получается говорить, потому что я постоянно говорю, и нужно делать некоторые паузы перед тем, как вы будете давать ей команду. Например, если я сейчас скажу «Хей», ничего не происходит. А если я сделаю вот так? How are you? Fine, commander. Все прекрасно работает. В общем, после того, как вы установите Voice Attack, вы просто настроите его под себя, добавите некоторые команды, добавите некоторые приколюхи. Хватит мне писать, когда я записываю, пожалуйста. Мы сейчас не об этом. Вы можете добавить, например, то, что он откроет вам ВКонтакт, YouTube, все что угодно, только потому, что вы ему это скажете. В общем, надеюсь, вам понравилось. С вами был Лофер. Ссылочки в описании оставлю. Voice Attack платная программа, но вы все знаете, что можно сделать. Купить ее, конечно же. Что ж, пока-пока.